Да, была первая Мурманская, она вообще не убирала. Вот снегу было вот до второго этажа. По словам жителей 20-го дома, на челюскинцев проблема с вывозом снега беспокоила их всю зиму. Но месяц назад большую часть наконец-то вывезли. Однако идеальную уборку двора все равно назвать нельзя. Есть, конечно, небольшие замечания. Где-то там снег на приступках остался. Где-то там, может быть, не подсыпано еще песком, скользко после уборки. Ну, вот у нас такая погода, такие времена. Завтра подморозит. Если зимой снег создавал огромные проблемы для автолюбителей, то весной он, принимая другое агрегатное состояние, мешает пешеходам. Во дворах появляются большие лужи. Чтобы этого избежать, управляющим компаниям необходимо провести своевременную уборку. За этим в том числе следят и городские депутаты. В случае обнаружения нарушений коммунальщикам придется платить штраф. Лада Егорова, Кирилл Веприков, Сергей Расюк, ТВ 21+.